Нам нужна ваша поддержка, пожалуйста. Болейте за нас. Носите маски. Да, и носите маски всегда, везде. Я типа улыбаюсь под маской. Как бы посадили. Во-первых, нужно ждать от нас, я очень уверен и надеюсь, хорошей игры в нападении, агрессивной плотной защиты против Швейцарии в первую очередь. На сегодняшний день у меня Швейцария. По 13 числа уже, конечно, работали, но будем думать над Боснией. Ну, немножко неудобство, то, что мы закрыты, то есть нам нельзя никуда выходить. Свежий воздух только на балконе, к сожалению. Ну, а так, условия хорошие, гостиница, хорошее питание, великолепное. Все, что требуется для команды, для игроков, для восстановления, все есть. Комната отдельная. От этого никуда не деться. Правила есть правила, они правила для всех едины.